ребят, первый запуск Нивы. Вот сегодня треснул. Здесь были сколы, вот раз. Скажи, пожалуйста, ты и два. Короче, стали вставлять. Лопла. Лопла, брат. А из РТВ что? Первый запуск громкого фронта. 4 Арнольда. 2Т25. Нет. Включена. Чуром здесь. Давай по настройкам. Дальше давай. Пользуйте в нулях, да? Да. Баланс. Причем простая. Выключи. Так, баланс. Сейчас настроим баланс, а выключены. Ку-ку, ёпты. Лба еще не ставили, да? Да что ты фильтр, распусти их повыше. Кого? Это, да, Арнольд. Не-не-не, не пониже, а повыше, да. Еще выше? Конечно, до 8. Так, Дима, навали чуть-чуть твиттеров. Юра, а массу не дублировал еще? О, тюменский батареечный завод. Теперь не в Ниве, в Ниве теперь стоит. Смотрите в Ниве, чуваки, что стоит. Тойота и пиздорас датки. Юра, а если так вот ехать на юг, охуеешь, да? Прям волосы назад и... Все ебал муха. Зай. Чувак там спрашивал один, да? Как вы, че? Все просто, ребят, у Димки просто в инстаграм аккаунт айзайка.ру, да? Нет, просто ай. Да я шучу. Да нижний подчеркивай, не зайка. Давай, Ром, другой. Там есть август, папка. Папка август. Куда ты щелкаешь? Это август была? А? Да. Партнерши. Зайки. Он в поисках зайки. Мне очень нужен ремонтер, охранять тебя чувство испытывая. Каких-то обзорах уже мелькала она. На основном канале будет полное видео. Как, что, почему, какой сабвуферное звено и почему его до сих пор еще здесь нету. Открой маленький секрет. Да, усилитель пока в дороге. И ящик тоже. Да, Саш, здрасте. Там нет никого у нас, да? Все не его слушают. Вот никого там вижу. А, дело хорошее. Деньги, да. Да-да-да. Ребят, а у нас приехало сегодня очень много продукции Oris Electronics. $380 килограмм сейчас придется. А это Зайенькины 14-й лоб. Тоже его сегодня квакнули. Ты расстроен? Сколько стоит новый? 1300. Хорошая цифра, 1300, да? Они решили затонировать стекло и...
Как в Яралаше, да? Уа-уа-уа-уа. Ну ничего, мы вытяжку сделали в бокс. А сейчас в боксе ремонт затеваем. Вот уже светильники. Я привез их 11 штук. Будет светло здесь. Я думаю, в совсем ближайших видео. И здесь мы тоже сделаем ремонт. Вы удивитесь, как здесь будет приятно. Консилиум. Вообще по книжке написано, типа, от 160 порядком надрезано. Юрич, давай. Во, оставляем. Давай себе как играть. Давай дальше, не оставляем, давай дальше. Ну, это для сабна. Сколько тряпок мы здесь и ветоши, вот по локоть в грязи, чтобы вытирать руки. Руки до сих пор не отмываются. Ведра два, да? Ниву такая еще, дурами, тачка у нас. Клиент говорит, у меня машина, говорит, 100 тысяч стоит, и музыки, говорит, дороже 200 с сабами. Яркие лучики на черных капюшон, индустрия насквозь, а очередь в упор. Бэнг-бэнг-бэнг, и лицо под козырек, кажется, этим годам сегодня крупно везет. Яркие лучики на черных капюшон, индустрия насквозь, а очередь в упор. Бэнг-бэнг-бэнг, и лицо под козырек, кажется, этим годам сегодня крупно везет. Если б я хотел лишь грязь, то мутил бы уже чем-то другим. 20 лет как один день не распарились. Эту душу не купить, это значит без халявы. Говорят мне не в себе и говорят во мне отравы. Нормальный сеанс у вас, да? Вот эти подиумы я делал на той неделе, в Инстаграм я показывал вам, как, да, это нестандартная Нива. Ром, у нас тут трабл какой? Вот это сиденье, оно, да, должно для водителя быть. Короче, да, у нас тут было много нюансов. Смотрите, Нива какая, смотрите, какая дверь. Вот стоят три двадцатки, еще на две хватит места. Ну да, вот эти вещи у клиента как бы были. Ну, наша задача была сделать подиумы. Классные такие накладные подиумы получились. Сейчас будем собирать и пилить для вас новый обзор. Ставьте лайк, ставьте колокольчик и двигайтесь музыкой.